информация из разряда «приятно актуальной» о процедуре ранее неприятно озадачивающей. Это мы о чем? О техосмотре, постоянном бдительном, и о деятельности фирмы «Подъемник», которой делегирована эта служба на благо безопасности автомобильного движения в магнитке. Итак, сегодня и сейчас максимально удобная процедура, которая включает в себя и оплату прохождения ТО, и техталон, и ваши штрафы ненаглядные. Сейчас мы организовали тут кассу по приему платежей. То есть, если раньше при прохождении технического осмотра была необходимость автолюбителям проплатить платежи, то есть это госпошлина ГИБДД, которая уходит в бюджет, и оплата услуг подъемника где-то на территории в черте города, то сейчас это можно сделать здесь, прямо на территории подъемника. То есть мы открыли нашу кассу, наши девушки объяснят, покажут, что как сделать. В общем-то, несложно все. Нужно просто подойти, оформить квитанцию и внести необходимую сумму. И по сути события. Конечно, и бесспорно это удобно, когда в одном месте, современно и технологично оборудованном, можно получить комплекс услуг, а не комплекс неполноценности. После рыскания на всех парах по сберкассам с оплатой техосмотра, а затем с оплатой ваших так внезапно высветившихся на экране компьютера штраф. Но сегодня и сейчас, благодаря современным средствам связи и деятельности банка «Уралсиб», и оплатить, и пройти техосмотр можно быстро и легко. На сегодняшний момент, значит, на пунктах технических осмотров будут приниматься полностью все платежи. Это включая технический осмотр, оплата квитанции 30 рублей за жетон технического осмотра. Также будут оплачиваться все штрафы. И это начнет действовать с 25 декабря. То есть я обращаюсь к автолюбителям и ко всем владельцам транспортных средств, то, что с 25 декабря, значит, расчетный счет ГИБДД действовать не будет, и все платежи будут происходить на расчетный счет нашей организации и расчетный счет непосредственно УВД, который будет оплачиваться платежи по штрафам и за жетон технического осмотра. То есть процедура прохождения технического осмотра теперь сократилась до минимума? Да, до минимума. Мы сейчас работаем над этой программой, то есть на всех пунктах, значит, будут действовать вот такие кассы, которые сейчас вот мы смотрим, видим. Если есть какие-то вопросы, то мы вас проконсультируем по телефончикам 24 90 75 24 54 08. И пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех автолюбителей с наступающим Новым годом, пожелать вам безаварийных дорог, всего-всего самого хорошего.